Здравствуйте, мы предлагаем вашему вниманию матч первого тура первенства Испании. Мы приглашаем вас в Сантандер, где Расинг принимает Барселону. Поживем, увидим, но предпосылки к этому действительно есть по итогам последнего розыгрыша Лиги Чемпионов. Совсем недавно ему был вручен специальный приз, учрежденный УЕФА. Но сейчас посмотрим с вами за атакой Расинга. Очень опасный момент. И здорово, ничего не скажешь. Играет Джованни Ван Бронхов. Будет уметь перестраиваться на подобных эпизодах. Страховать его зону. Опасная ситуация. Того. Хосе Маратона 22 номера. Ушел от Альвареса. Правый. Деко. Обыгрывает своего. И даже. Мы видим, как Регейра борется с Деко. Скажу, что перед бурей какие-то события должен. Лансировал он между небом и землей. Отличная передача. Успеет к ней. Жули это был. Именно пробил с хода. Ну а пас, великолепный пас, ему сделал внешней стороной стопы, так закрутив классно мяч в ту зону, в свободную Хенрик Ларс. Именно он сейчас продемонстрировал, что способен не только забивать, но и владеет первым пасом. Как заметил он, что там на дальнем углу штрафной открывается здорово партнер и выдал изумительную передачу. Прижми получше мяч, Жули. Чуть придави его, положи получше корпус. И прежде всего поаплодируем Ларсу, который сделал. Так вот, несмотря на то, что Расинг частенько балансирует между первым и вторым дивизионом, сражаясь, завладела инициативой, атакует и флангами, и через центр удар поворотом, здорово играет вратарь Расинга. Еще один мяч, защитник выносит, мяч летит на Деко, тот бьет, вратарь видел момент удара. Жули. Ой, какой момент! И как здорово сыграл Ларс. Вот в этом есть Ларс. Он даже из, казалось бы, безнадежных ситуаций, из трудных положений выжимает максимум полезного для себя. Ну, как здесь было пробить? Вот только так. Извините уж, на пятой точке. Катится. Фанта 1-1. Сарагоса. If this is what you want, I could give it to you. Cause I got everything to make you happy, and I know how to make it true. But when you say you feel so far away, I wonder how much closer could I be. It might be something too extreme for you to see, even it's obvious to see. Thank you.
настраиваться, менять рисунок игры, менять схему, показаться на первом взгляде, как это все в нынешнем сезоне. Счетом 2-0, Жули и Итоо забили.